Представьте себе город с автомобилями, за рулем которых нет человека. Искусственный интеллект идеально соблюдает правила, избегает происшествий, гарантирует безопасность всех окружающих. В современных автомобилях уже используются интеллектуальные помощники водителя. Однако сложные погодные условия до сих пор являются для беспилотников непреодолимым препятствием. Мы не можем сегодня доверить беспилотным автомобилям полностью работать на наших дорогах. Они не все умеют. Для того, чтобы снять эти ограничения, нам надо решить определенные технологические задачи, и для этого нам нужно подтолкнуть наших инженеров. Национальная технологическая инициатива объявляет конкурс «Апгрейд. Зимний город». Основателями конкурса «Апгрейд» является агентство стратегических инициатив, российская венчурная компания «Фонд Сколково». Перед участниками конкурса стоит задача разработать программно-аппаратный комплекс, который обеспечит управление беспилотным автомобилем в любых условиях. Цель конкурса «Зимний город» – обеспечить движение беспилотного транспорта по зимней трассе в условиях трудных погодных условий, что на данный момент является технологическим барьером. В рамках финальных испытаний беспилотные автомобили участников должны продемонстрировать способность ездить в сложных условиях зимнего города, соблюдая правила дорожного движения. Сложный маршрут испытаний будет включать в себя имитацию заторов на дороге, занесенную снегом разметку, плохо различимые дорожные знаки, снежную метель и другие типичные для зимы ограничения движения. Беспилотный автомобиль должен продемонстрировать уровень безопасности не ниже, чем у обычного водителя. На всех этапах конкурса беспилотный автомобиль должен соблюдать правила дорожного движения, реагировать на автомобили, пешеходов и препятствия. Испытательный полигон разбит на несколько участков, соответствующих различным типам дорожного движения. Чередующиеся циклы разгонов и остановок, имитирующие пробочный характер движения. Маршрут, проложенный в городских кварталах. Участки, предполагающие развитие скорости не менее 30 км в час. Участники конкурса могут получать консультации профильных экспертов и помощь в подборе индустриальных партнеров и инвесторов. К участию в конкурсе «Зимний город» приглашаются российские и иностранные команды. Мы ищем команды, которые обеспечат технологическое лидерство страны. Призовой фонд конкурса составляет 175 миллионов рублей. Беспилотный транспорт – это будущее, которое уже практически наступило. И очень хочется в этом будущем оказаться первым. Мы верим в вас. Мы верим в то, что ваша энергия, ваш талант, ваше умение способны найти решение самых сложных технологических задач. Я уверен, что у нас все получится. Технологические конкурсы «Апгрейд». Будущее за беспилотным автономным транспортом.